Всем привет! И сейчас вам расскажу, какую монету лучше всего купить, по моему мнению. А это эфириум. Почему же? У нас уже принят биткоин ETF. Недавно был принят эфириум ETF. Эфириум – это база криптовалюты, множество приложений, построенных поверх эфириума, основная ликвидность, то есть больше всего денег находится в эфириуме. Поверх эфириума построено много блокчейнов, таких как Arbitrum, Optimism, Zcashing и Starknet и многие другие, так или иначе связанные с эфириумом. То есть эфириум – это ставка на развитие всего криптомира. Также очень большая ставка, я верю на то, что эфириум флипнет по капитализации биткоин. Что значит флипнет по капитализации? Опередит. То есть, я лично так думаю и будет. А мы идем дальше. Я лично сам купил эфириум, храню его. Также эфириум очень выгодная ставка на долгосрок. То есть вы можете закинуть эфириум в рестейкинг протоколы, стейкинг протоколу по типу Eigenlayer, Symbiotic, который еще не раздал дроп, Mela и многие другие. Эфириум — это серебро в мире криптовалют, но как будто все шансы есть стать золотом. Эфириум двигается по-другому с рынком. Это не щиткоин. За ним действительно стоят технологии, гений Виталика Бутерина. И только Solana может посоревноваться с этой криптовалютой. Но, опять же, Solana еще далеко до эфира. Вот почему я считаю то, что эфириум — это лучшая покупка для новичка. Это лучшая покупка на долгосрок. Я сам лично подтверждаю это действием. Купил эфириум и закинул его в рестейкинг протокол. Если у вас какие-то вопросы, может, вы можете сказать иное мнение по поводу эфириума. Также профиль у меня разделен, и всем новичкам я советую сделать условно, если вы любите там торговать еще что-то, то разделить портфель условно на тот, то, что лежит долгосрок, который вы не трогаете ни при каких обстоятельствах, кроме как срочных, я не знаю, у вас вдруг закончились деньги, вас уволили с работы, и вам нужно покупать еду детям. Только в таком случае, и то нежелательно. Да, портфель на долгосрок, где эфириум и другие монеты, которые вы посчитали нужными. Условно, среднесрочный портфель, где вы торгуете, и, допустим, лудильный портфель, где вы покупаете какие-то щитки, продаете, покупаете. Вот, понимаете, о чем я? То есть, например, я сейчас со $100 решил стать долларовым миллионером и покупаю криптовалюту, продаю. Вот прямо сейчас в прямом эфире посчитаю, сколько у меня денег. Сколько я со $100 уже сделал денег. Ну, это, конечно, рискованно, но я хочу показать то, что это возможно. То, что возможно заработать со $100 себе капитал. Так, 210, $235, потом 260, где-то $350 благодаря тому, что я, в общем-то, начал со $100, но я о всех своих действиях показываю в своем телеграм-канале, а также в чате, поэтому заходите, можете как минимум понаблюдать, как я торгую. Это довольно интересно. Может даже покопировать, если вы захотите. Как-то так. Покупаем эфириум. Не лудимся, не торгуем на фичах. Подписываемся на мой телеграм-канал. Ставим лайки, потому что это будет продвигать видео. Всем спасибо. Рад был со всеми с вами поговорить. Встретиться, увидеться. Понимаете, о чем я, да? Вайп имеется?